Всем привет! Сегодня мы продолжаем работу над нашим большим альбомом. Мой альбом называется «Полет», потому что я использую в нем крылышки из чипборда от производителя Craft Story. Напоминаю, что мой альбом, странички моего альбома форматом 29 на 29 сантиметров. Подложки у меня рассчитаны под фотографии 10 на 15. Также напоминаю, что все декоративные элементы, которые могут пригодиться мне в развороте, я выкладываю на страничке заранее, чтобы они подходили по палитре. Ну и, в общем, это очень экономит время, как минимум. И сейчас я собираю композицию на правой страничке. И здесь мне захотелось немножко добавить в мой альбом динамики. Я взяла очень достаточно крупный такой элемент. Это тег из упаковки, из-под каких-то декоративных элементов. И сейчас я два таких доминирующих элемента соединяю между собой крупными декоративными элементами, чтобы у меня была гармоничная композиция. Здесь я использовала опять карточки для журналинга, не по их прямому назначению, но это не важно. Кстати, очень интересно, когда в композициях используются элементы не по своему прямому назначению. Как всегда, я начинаю раскладывать композицию с крупных элементов, это я уже говорила. И когда уже в целом композиция мне нравится, то есть мой фундамент, моя основа, я перехожу к более мелким элементам. Обратите внимание, что здесь, помимо бумажных элементов, я опять использовала текстильные элементы, то есть вот это разнообразие элементов придает работе больше динамики, она становится более интересной. Текстильные элементы я стараюсь всегда обрывать руками. Здесь у меня белое шитье такое, и плюс еще тоже желтенькое, такой небольшой отрез узкий от желтой ткани хлопковой. И я использую вот такую деревянную прищепку, тоже не по ее прямому назначению. Такие, знаете, неожиданные элементы тоже должны встречаться в альбомах. Мне захотелось почему-то накрутить на нее декоративный шнур вот этот полосатый. И пустить его через всю страничку сверху вниз. И снизу я его просто закреплю буквально двумя скобами из степлера. И когда все уже практически готово, мне тут захотелось сделать мою композицию более треугольной, вытянуть немножко вниз, и я просто подбираю бумажный элемент, не слишком широкий. В данном случае я остановила свой выбор на бумаге черного цвета в поддержку подложки под фотографии с левой странички. Такой длинный кусочек мне не нужен, я просто прям рукой отрываю от него небольшой кусок и подкладываю свою композицию. И вот мне уже нравится, что у меня получилось. И я просто докладываю остальные декоративные элементы и перехожу к другой страничке. We'll be right back.
that's what keeps you on your toes. Could be. На данной страничке мне захотелось композицию разделить на две части. Одна вверху, доминантная, вокруг нашей фотографии, вторая внизу. К ней будет приурочен братц, в свою очередь, к которому будет привязана веревочка, которая будет крепить нашу раскладушку, чтобы она не раскрывалась во время перелистывания альбома. Старайтесь избегать симметрии в элементах. То есть в данном случае вот я желтый цветок сместила от карточки, в свою очередь круглый стикер я сместила в другую сторону от карточки. Естественно, следите, чтобы это все было гармонично. Ну, это все, как правило, интуитивно приходит с опытом видения композиции. Добавляю текстиля в виде кружевной тесьмы, которую накручиваю на элемент из чипборда декоративного, и наша веревочка, которая будет перекликаться с такой же веревочкой на правой страничке, из нее я сделаю завязку, которая будет завязываться на бант. И когда композиция меня уже устроила, я подклеиваю самые нижние элементы на своих страничках. That's what keeps you on your toes. Could be. Итак, основные элементы своих разворотов я подклеила и прошила в некоторых местах. И сейчас я беру в руки зеленый спрей, который использовала в предыдущих разворотах, и поставлю небольшие акценты, придав еще больше яркости нашим разворотам, добавив зеленого цвета, такого красивого травяного. Я прям брызгаю где-то, скажем так, на стыках наших элементов. И немножко постучав страничками, я создаю капли. А можно также воспользоваться кисточкой, как это сделаю я сейчас. Мне немножко не хватило зеленого цвета наверху своей правой странички. И я просто макаю кисточку в спрей и делаю всю ту же капельку.
С помощью фена для эмбоссинга я подсушила наши мокрые участки и продолжаю декорировать наши странички мелкими элементами. Делаю дополнительные строчки машинные там, где пока их было сделать невозможно. That's what keeps you on your toes. Could be. Нам осталось совсем немножко. Крылышки из чипборда я покрываю белой пудрой для эмбоссинга. That's what keeps you on your toes. Could be. Работа над нашим третьим разворотом подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что вы нашли для себя что-то новое. Подписывайтесь на канал, и также буду очень рада вашим лайкам. Всем пока!